Ну, я думаю, вы прочитали. Просто чуть быстро. Ну, типа, он говорит быстрее, чем я бы успел прочитать. Поэтому лучше вам читать, конечно. Вам-то что, на паузу поставил и все? Так, это один из этих, да? А, нет. Вот эта музыка означает, что типа якобы кто-то появился, но тут никого нет. Так, и третий замочек. Да твою! Откуда ты взялся? Все или еще будет? Я вообще не ожидал. Я послышал звук, но я никак не ожидал, что чужие появятся. Ящеры. Это было нагло с их стороны. Ну, в принципе, это их натура, из-под тишка нападать. Господи, он когда рычит, мне страшнее становится, чем если бы я встретил чужого, вот серьезно. А-а-а! Какого лешего? О, Господи. Фу, я успел. У меня теперь новая маска будет, круто.
Какой я красавчик. О, я могу видеть в темноте. Круто. То есть вот это я вижу теплосигнал, а вот это именно... Что? Теперь-то я вас вижу, уроды. Так, мне туда, да? Господи, я ему ногу и руку отрубил. Пошел нафиг. Ты что, выжил, что ли? Еще там кто-то прыгает? Нет, мне показалось. Нет, не показалось. Все, ты сдох? Че, может, вы успокоитесь, а? Нет сил уже с вами драться. Заколебали. Может, хватит рычаться? Рычать так. Они умеют плеваться противника кислотой. Ты не намекаешь... Ага, на то, что вот он здесь. Ха-ха! Это клево. Так. Черт, это улей опять. Так, а куда мне идти-то? Ну, точно не туда. Пойдем сюда.
Так, где? Я ж тебя слышал. Я тебя слышу, гад. Ага, вот ты где. Чё ты там рычишь? Хватит рычать. Чё, думаешь, я тебя не вижу? Вот скоты. Ага, лапку подрезал. Слушай, они тут что, бесконечные? Упс. Ого! Иди сюда. А! По-моему, чужих больше нет. Так, двое, да? Сюда! Иду, я иду. И что у нас тут? Так, тихо. Я его не заметил, кстати. О, слухай! Давай-ка попробуем на нем. Я тебя вижу. Неплохо порубало. Прости, чувак, ты лишился ноги. Серьезно, мне нужен был... Нет. А, ну-ка. Мне нужен был глаз чей-то. Так, а что нужно делать-то? Я не понял. Серьезно, мне кто... А, вот я тормоз. Вот я тормоз. Так, а зачем я туда-то прыгнул? Мне же вот сюда. У нас у хищников свои входы. Не снижаем бдительности. Только бы продержаться до света. Дверь сломана. Деваться некуда. Остается только сражаться. Вижу противника.
Упс. А-а-а! Да как ты видишь-то? Успокойся. Меня здесь нет. Не-не, ты по чужим стреляй. Так, турель его добила, окей. Получай. Пошел вон. Кто рычит? Кто рычит? Давай, иди сюда, ты. Которые плюются кислотой, они какие-то слабенькие. В плане, что... быстро убиваются, уничтожаются быстро. Что там? А, зарядка? Мне не нужна зарядка. Думал, там аптечка халявная лежит. А, это они ищут эту текилу, когда она пропала. Я понял. Отряд Зулу вызывает текилу. Повторяю, отряд Зулу вызывает текилу. Так, а куда мне надо-то? Чувак, ты сам нарвался. А-а-а! Я не хотел. Это отряд Зулу. Если вы слышите сигнал, пожалуйста, ответьте. Не расслабляйся. Движение. Дистанция 25 секунд. Твою мать, я не знал, что ты здесь есть. Было.
знаю, получается все время в ногу. Не знаю почему. А, понятно, тут дофига замков. А я-то думал, я быстренько справлюсь. Оказывается, нет. Печаль. Так, туда вход закрыт. Текила, ты слышишь меня? Так, туда вход закрыт. Вон еще один замок. Ого, кстати, лицехват тут, смотрите. Знак лицехвата. Так, тут есть еще одна аптечка. О, знак хищника. Прикол. Не снижаем бдительность. Так, отлично. А здесь знак кого? Какая-то вода. Так, а тут кто? Тут грудолом. Я вас понял. Пускай живут. Древняя боевая арена, ну да. Так, я вышел на арену, окей. Драться с ним я не хочу. А, это королева. А, нет, это не королева, это этот. Как его? Притарианец. Где этот при... Вот скотина. Где ты? Я его вижу.
Здоровяк! Я просто не хочу к тебе спускаться, ты понимаешь? Ого, он еще и плюется. Кто? Скотина, иди сюда. Так, ты где? Здоровяк! Так, больно. Это было больно. Согласен! Уйди нафиг. Да уйди! Видал, как я умею прыгать? Так, я понял. Я понял. Ты своих друзей, да, позвал? Давай. Давай, 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 давай. А, я-то зачем упал? Ой, не попал, да? Иди сюда. И вот чё ты тут лазишь? Иди сюда. Так. Так, а тут нигде подзарядки нет случайно? Есть, да? Окей, подзарядимся сразу. Вообще, я, конечно, понимаю, что притарянец, типа, здоровый, тяжелый, но почему он не ползал по стенам, как другие чужие? Что ж, дорогие подписчики и зрители канала, надеюсь, это видео вам понравилось. Мы получили последнее, четвертое оружие, это копье, да, которое мы видели в фильме, по сути. Ну, в фильмах, точнее. Увидимся с вами в следующем видео. До скорых встреч и всем пока.